Привет! Ты на канале Кайстример, и мы продолжаем играть в Беллатра. Шестое испытание. Безумный мир. Дополнительные руки больше не приносят деньги. В конце раунда не заработаете процентов. Ограничений нет. Колода 32 листа. Но не как на зоне без шестерок. А без тузов, картинок и десяток. Так, будет у нас стартовых два джокера, которые нельзя продать или уничтожить. Те карты считаются картами с лицом. И сыгранные карты с лицом имеют 50% шанс получить 2 доллара при подсчете. Погнали. Мне кажется, с короткой колодой играть супер легко. Смотри, добавляет один ваучер в следующую лавку. Мне кажется, можно попробовать. Значит, почему я так думаю? Мне кажется, у нас есть возможность хорошо заработать. Мы будем играть всякую фигню, типа там две пары, просто трипсы. И этого будет достаточно, чтобы зарабатывать. Каждая сыгранная рука в среднем дает доллар. Нам надо 20 карт сыграть. Вот здесь. Ну, и еще сколько-то нам дадут. И у нас еще сколько-то есть. Ну, 12-то мы сыграем. А два ваучера, это значит, что мы один какой-нибудь хороший найдем. Так. Вот хорошо. Full house. Надо нам full house или не надо? Так, давай две тройки, две девятки. Так. Главное, конечно, не увлечься. Заказе ни хера не наберешь. Так, ну хорошо, у нас, смотри, есть восьмерки. И мы просто сейчас фулхаусом это все закроем. Так, троек нет. Тройки, пятерки скинем. Так, ну давай двойки. Двойки мне не дадут сколько нужно. Нормально. Вот двойки. Копейки сущие дает. Смотри, вместо каре мы возьмем full house, потому что будет 5 карт, а не 4 участка. Но нам хватит, правильно или неправильно? Нам же надо всего 200 очков. Ну, 22-26. Таро появляется чаще и слот расходовать. Как всегда, денег меньше, чем нихера. Так, счастливая карта. Я думаю, что надо мелочевку. За счет мелочевки выезжать. Есть повторные розыгрыши мелочевки. Вот хотелось бы этого джокера найти. Давайте счастливую. Давай счастливую тройку. Так, надо играть по 5 карт. Не, надо осторожно уже. Какая-то херня. Не хватало еще.
Так, 2-9 можно скинуть. Ну, по-моему, 300 может и не набрать, нет? 300 это 75 на 4. 75, значит, нам нужно 35 сюда. 35. 18 и 16. Это 32. Подожди. Нет, это 34, но все равно не хватает. А нам, ну, нормально. Значит, у нас сыграет, и еще какое-то говно мы сыграем дальше. У нас сброс-то есть. Все четко. Отжимаем по максимуму. Смотри, есть тройки, есть пятерки. Тройки, пятерки. Четверки надо выбрасывать. Девятки. Девятки, четверки и двойки. Пятерки есть, тройки есть, семерки есть, восьмерка есть. Ну вот. И Full House вот такой с тройкой. Сейчас двадцатку здесь дадут, вообще ништяк. Ну. Двадцатку, конечно, не дали, но не так плохо. Стоимость джокеров. Ну, наверное, надо уже поработать в этом направлении. 7. Так, ну давай попробуем. Полтишок. Ну, правда, мы сейчас опять из-за вот этой всей херни. Так, 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 так. Что же делать-то? Если я его поставлю вот сюда, то множитель 0 будет. Ну, полтинник-то будет здесь. 50 сюда на... Так. 800 делим на 4, если множитель не увеличивается. Тогда это надо 200. 200 мы здесь никак не наберем, поэтому Full House разыгрываем. Сет тоже можно разыграть. Что-то не ожидал, что будет 805. За шляпа-то шляпная. Остальная карта. Счастливая карта. Не, у меня сейчас какие-то супер сильные будут, фигня какая-то. Так, две восьмерки, две семерки. Две восьмерки, две тройки. Две тройки, две четверки. 20 баксов мне дай. Блять, 20 множитель, естественно. Не, чтобы дать мне заработать. Стекляшка. Стекляшка хорошо, чтобы просто удалить карту. Оставить себе только хорошие вещи. Так, давай вот здесь посмотрим. Тройка-то какая. Полихромная. Интересно. А, и такую тройку. Ну давай.
Еще такая тройка. Охереть, у меня какие тройки мощные. Начинайте без сброса. Так, две пятерки и две двойки. А кто это дал? А, это пятнарик дал. Говна кусок. Ну все. Херлет. Ничего не сделаешь. Ну, он разобьется. Хрен лысый. О, хорошая вещь. Сыгранные карты с лицом дают 30 фишек. Ну, ё-моё, ну тут вообще никак не заработаешь. Негативный джокер. Что же мне отвлекаться? Неплохо я набрал. Хрен пойми чего. И холод-то маленькое осталось. Так, ну что я могу собрать-то? Значит, мне, во-первых, надо все сброс потратить. Так, множитель 10 уже. Ну не сказать, что прям большой запас. Не серьезно, не хочу шлак. Вот эту штуку возьму. Так уж и быть. Сделаю одолжение. Ну как я не возьму сет, когда сет это... Сет всему голова. За девятку бабки. Надо как-то на пол шишечки хотя бы.
Можно, конечно, сдублировать тройку. Но пока не хочу. Я хотел бы ее усилить. Небольшой запас. Ну да, сброса. Ну, кстати, вот это здорово. Это вместо девяток пойдет. Ну, давайте. Обычная тройка. Это ваш. Базовые фишки. Фигня все это. Фишки ваши. Вот, 5. Не хочет треснуть. Ничего не сделаешь, по-моему. Двенадцать всего. Значит, смешно. Она же может быть и полихромная, и еще с бонус. Это же одно не включает другое. Бычара? Да нет, не нужно.
У меня вот четверка есть печать. Но шансы выловить, конечно, невысокие. Лук, сколько у меня тут? $35,000. Это я еще не улучшил. А когда улучшу? У меня будет водительское удостоверение. Говорит, да возьми вот эту штуку, каре, и все. Дело предлагаешь. Говорит, вот такую тройку или вот такую с бабками? Говорит, какую хочешь? Не, давай вот эту бабку. Эта печать тоже дорого стоит. Красно. Нет, это я не хочу. О, вот это прям четкая. Нет. Знаешь, чей ответ? Ничего себе, ничего себе. Давайте попробуем. Может, это все-таки принесет мне больше денег.
Непонятно. Непонятно, что тут можно еще отжать. Надо было, наверное, все-таки вперед просто сыграть, раз у меня вероятно. Ну ладно, там такие копейки уже. И так иду с таким опережением. Уже 18 карт у меня улучшено. Так, и вот теперь-то мы возьмем по максимуму. О, и деньжат так, в принципе, нормально. Тупанули. Так, наверное, надо это двигать сюда. Хотя это, конечно, фигня, а не Джокер. Нахрен он мне нужен? Сейчас разберемся. Марс, Сникерс. Несерьезно просто. Смотри. А знаешь, сколько у меня двоек? У меня нет двоек вообще. Но теперь ли ты так поздно появился? Не, ну проще так. Надо шестерку. Ну еще 10 раз предложи этого карлика.
Несерьезно просто, родной. Нахрен с поля. Только один тип руки. Тут мне не хочется рисковать, нахер. Один тип руки, один тип ноги. Надо было полихромный вот. Ладно, еще успеем. Нет, подожди, не так, вот так. Тут 27 тысяч, маловато будет. Планета Х. Ваучер. Несерьезно. Пойдет. Ну вот смотри, стрит, может быть, стекляшки побьются. Ну, конечно, все тут переставить, пытаться. Неужели это будет 4000? Блять, конечно. Ай, надо было переставлять все это туда-сюда. Ну, просто такой запас, что не хочется. Флэш 5. Давайте флэш 5. Ну как так-то? А кстати, шанс-то ты знаешь какой? Охренительный был. Негативный Джокер.
Вот и с мультипликатором, и это. Так, и давайте. Ясно, понятно. Лишнюю копеечку тут не отожмешь. Термит. Ну это несерьезно просто. Можно, конечно, две тройки вот эти разобрать. Запас, конечно, просто фантастика. О! Дурак, дурак, это хорошо. Ну, просто покупаем стеклянный. Еще одна рука. Огонь просто. Две копии. Негатив к случайному Джокеру. Давай. О, неплохо, неплохо. Серьезно, родной. Счастливая рука. Давайте тогда вот это дадим. Thank you.
Ну, фигня какая-то полнейшая. Вообще не хочу это. Клоун какой-то. Хренов. Надо было тройку взять. Ну, сейчас возьму. Прям отжать вообще все, что только можно. Отжать, конечно. Что ты тут отожмешь уже 52? На 50, что он какому-нибудь джокеру что-то при 10 множит. Такое себе. Ну-ка давай-ка еще разочек. 50 крышек. Это все уже фигня. Не, ну это серьезно. Ну ты клоун. Те карты с лицом тянутся лицом вниз. Вот это интересно. Вот это мне нравится. Это действительно азартно и хорошо. Так, ну я вот выбираю вот так вот. Как тебе такое, а? Ну что поделать? Подожди, а что у меня есть? Сколько у меня семерок-то? Да, девятка тогда. А, шестерок у меня сколько? Шестерок три. Девятки все. Ладно, давайте хоть девятку, хоть что.
Брось три карты с лицом. Всегда хотел сбрасывать карты. Плюс 4 множитель за каждую карту ниже 32, а не 52. Как они это относительно стартовой колоды? Стекляшка. Стальная. Нахрен. О, ваучер. Ваучер я хочу. Вообще хер поймешь, как это. Ну реально. Реально нереальная хрень. Просто. То, что тут надо использовать. Так, где мои ваучеры? Конечно, это супер выгодно. Все в одно достоинство. Так, ну тут мне не нужно, это мне тоже, в принципе, уже не нужно. Мне надо два джокера нормально. И что же такое себе джокер? Котика давайте купим. Хрен с ним, все уже. Ну что, птички ты мять? Продайте джокера. Кому продадим? ДНК или котик? Все, сокрушительная победа. Не, короткая колода — это мощь. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик. Ну и до встречи. Всем пока.